знаем ее по делам, которые она много делает для своей страны, для Харьковской области, для своего региона. Мы знаем, что ей не безразлична проблема, которая существует в нашем сейчас государстве. И очень важно, чтобы такие люди, именно как она, они шли вперед для того, чтобы поддерживать тех, кто слабее, и находить точно таких людей, которые будут в единой команде ревновать о том самом хорошем, что должно быть в нашей стране. Мы знаем, что это сложно, но только когда команда в единстве, когда все в единстве в команде думают об одних целях, то мы, конечно, сможем победить очень многие вещи и сделать нашу страну, наши города краше намного. И хочется вам сказать огромное спасибо. Щиро дякую.